Ур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск обновления 1.4.56. Поехали! С 1 марта доступен для звездного участника облик Линга, уличный панк. Да какой это панк? Это позер, вот панк! Облик Франка, правителя Вальгаллы, будет доступен в коробке с 5 марта. Изменения Пополя и Купы были в предыдущем видео, смотри на моем канале. Изменения героев. Атлас. Первый навык. Было КД 6.5, а теперь будет уменьшаться с уровнем с 7 секунд до 4.5 секунд. Затраты маны были 60-110, будут 60-90. Второй навык. Базовый урон уменьшен, был 320-470, будет 320-420. Время оглушения было 1 секунда, теперь будет 1,2 секунды. Честно говоря, такие микроигры с не самым удобным станом мне кажутся лишними. Ханза, первый навык. Продлили длительность активации навыка после 5 удара. Проще до нужного моба добежать будет. Перезарядка уменьшается с ростом уровня. Было 25 секунд везде, будет 25-15 секунд. Урон по лорду и черепахе также растет с уровнем. Был 500 тысяч, будет 500 1500. Второй навык. Уменьшили КД. Было 10 секунд, будет 7,5 секунд. Второй навык под ультой. Тоже уменьшили КД с 13 секунд до 10 секунд. Ульта. Уменьшили КД с 25-21 секунда до 21-15 секунд. По большому счету вернули так, как было раньше, до 1.4.54. Фрея. Пофиксили баг, когда первый навык и второй навык усиливали вампиризм и наносили излишний урон. Кармилла. Ульта. Уменьшили дальность, примерно на корпус. Сильвана. Второй навык. Урон увеличили. Было 150-225, а будет 180-270. Ульта. Немного ускорили скорость каста. Плюс уменьшили КД. Было 45 секунд, будет 38 секунд. Ван-Ван. Скорость базовой атаки уменьшена на 5%, а сила атаки на 10% для всех уровней. 5% это довольно болезненно. Белерик. Базовое здоровье увеличено на 10% для всех уровней. Нет, не на 10, на 100 ведь. Белерик. Базовое здоровье увеличено на 100% для всех уровней. Второй навык. Длительность замедления увеличена. Была 1 секунда, а будет почти 1,5 секунды. Франка. Первый навык. Ширину уменьшили на 10%, а длину на 6%. Затраты маны меньше на 15% для всех уровней, но вернули перезарядку к прежнему значению 15-11 секунд. Итого, крюк укоротили на корпус, а захват где-то на пол корпуса. Это значит, Франко придется подходить на шаг ближе и придется лучше целиться, чтобы попасть. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Грейнджер. Отобрали стартовые хп. Было 2490, будет 2370. Чане. Второй навык. Начальное ускорение было 30%, будет 40% и чуть медленнее снижаться. Неплохой баф. Горд. Первый навык. Увеличили КД. Было 8,5 секунд, будет 9,7 секунд. Чуть серьезно ему накинули. В каком-то регионе, видимо, популярный персонаж. Хуфра. Второй навык. Уменьшили начальное значение снижения защиты противнику. Было 75%, 100%, будет 60%, 100%. Снижение растет с уровнем. Клинт. Первый навык. Дымовая бомба снижает меткость противника теперь с шансом 40%, 65%, а было 25%, 75%. Наталья. Ульта. Серьезно накинули КД. Было 24,18 секунд, будет 30,24 секунды. Перезарядка рассчитывается с тайминга последнего применения. Ланселот. Пассивка, от которой была переработана. Лимит стаков уменьшен обратно. Было 40% усиления, а будет 30%. Карина. Первый навык. Урон от заряженной атаки уменьшен с 180-280 до 160-260. Фаша. Ульта.
добавили КД на 4 секунды для всех уровней, теперь это 28, 25 и 22 секунды. Бруно – первый навык, урон уменьшен на 15 для всех уровней. Гассен – первый навык. Немного уменьшили скорость полета ножа, теперь будет чуть легче вернуться от него. Не буду изгоряться нерфом, а то дизлайков вот накидают, как в прошлый раз. Изменения в бою. Награды золотом за башни уменьшены. Башня у реки. Теперь 60 золота. Было 80 золота. Башня посередине. 100 голды вместо 120. И башня на базе 150 золота, а не 160. Зато увеличили опыт за убийство раскачанных героев. Исправили баг огненного выстрела. Теперь он отображается на карте. Изменение предметов. Огненный посох. Добавили цену. Было 2120 золотых, будет 2200 золотых. Маскам уменьшили бонус за убийство и ассист. Было 15, 25, 35%. Теперь 5%, 15%, 25%. Растет с уровнем предмета. Обрезали ощутимо, и теперь танкам будет сложнее фармиться на ассистах. Другие исправления. Пофиксили баг с музыкой при входе. Исправили баг, когда было много предметов в инвентаре и магазин не прокручивался вниз. Исправлен баг, когда не загружались голоса героев при смене языка. И вот о последнем. 15 героев будут озвучены на русском языке. Но я не смогу принять участие, поскольку там все серьезно и через агентство. Онлайн подписать эти документы нельзя. А в мой Мухосранск никто не поедет. На этом все. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ведь скоро вторая часть комикса. Удачи, друг! Однажды маленький мальчик играл в ML всю ночь. Он сыграл 150 боев на Ланселоте. А на утро родители нашли его геем!